антиангиогенная терапия, мы все помним, как это начиналось, и на сегодняшний день понимание эффектов антиангиогенных препаратов несколько изменилось, и понимание самого механизма участия ангиогенеза в пролиферации опухоли. В соответствии с исходной гипотезой Джуды Фолкмана, антиангиогенная терапия приводит к дефициту питательных веществ в опухоли, ограничивая способность опухоли к росту и метастазированию. Но последующие исследования помогли сформировать новую гипотезу, соответственно которой антиангиогенные препараты способствуют нормализации сосудистой сети в опухоли, повышая оксигенацию и повышая доступ цитостатических препаратов в опухоль. И снижение ответа на гипоксию, который может запускать адаптивный ответ и способствует развитию резистентности. Довольно большое семейство молекул и рецепторов сосудистых эндотелиальных факторов роста и не только вовлечено в процесс ангиогенеза, и, соответственно, у нас есть довольно большая панель на сегодняшний день препаратов, которые действуют на тот или иной этап системы ангиогенеза. Кроме того, как оказалось, сосудистые эндотелиальные факторы роста – это и не единственные факторы, которые задействованы в активации ангиогенеза. Есть много других факторов – трансформирующий фактор роста фибробластов, фактор роста гепатоцитов, тромбоцитарный фактор роста и так далее, и так далее, и так далее. И большое количество различных клеток, которые также взаимодействуют между собой в процессе активации ангиогенеза. Безусловно, опухолевая клетка синтезирует проангиогенные факторы, влияющие на эндотелиальную клетку, но также влияющие на стромальные клетки опухоли, на макрофаги. Кроме того, важную роль играют дендритные клетки, и сейчас уже много говорят об иммуномодулирующих эффектах антиангиогенной терапии, и есть уже зарегистрированные показания для применения антиангиогенных препаратов и иммунотерапии, анти-ПДЛ-1 терапии. Ну и кроме того, углубленно расшифрованы процессы пролиферации, прогрессирования на применении антиангиогенных препаратов. Вот, в частности, в клетках, подвергающихся длительному воздействию биоцизумаба, наблюдается повышение экспрессии других факторов роста и цитокинов. И, собственно говоря, на сегодняшний день это очень сложная система ангиогенеза. К сожалению, мы можем воздействовать только на отдельные ее пути. Итак, у нас с вами клинические для антиангиогенной терапии опухоли желудочно-кишечного тракта есть несколько препаратов. Это бевацизумаб, моноклональное антитело только к одному подтипу сосудистого эндотелиального фактора роста, к VEGF-A. Это антитело ловит этот фактор в кровотоке, но существуют другие антитела и рецепторы, которые участвуют в обходных путях ангиогенеза. Это афлиберцепт или ловушка для различных факторов роста, более широкий спектр действий также в кровотоке действует. Это рамуцерумаб, моноклональное антитело к экстрацеллюлярной части домена VEGFR2. Это ключевой рецептор сосудистых эндотелиальных факторов роста второго типа, ключевой рецептор ангиогенеза. Соответственно, рамуцерумаб блокирует именно этот рецептор. Ну и у нас достаточно много мультикиназных ингибиторов, действующих на различные тирозинкиназы, в том числе и на тирозинкиназы рецепторов VEGFR1, 2 и 3, но вот в частности регорафенип, в том числе блокируют тирозинкиназы всех трех рецепторов. Поэтому стратегий много. Давайте посмотрим, коротко посмотрим на клинические результаты их применения и зарегистрированные показания. Рак желудки. Первые неудачи антиангиогенной терапии и долгожданный успех. Крупной первой неудачи можно, безусловно, отнести итоги рандомизированного исследования третьей фазы. По оценке эффективности добавления бевацизумаба к химиотерапии первой линии
в лечении больных с распространенным метастатическим раком желудка. Я сразу начну с подгруппового анализа. Очень обнадежили результаты подгруппового анализа внеазиатской популяции пациентов. Там было показано, что добавление бевацизумаба улучшает общую выживаемость, но тот же самый подгрупповой анализ, к сожалению, показал, что больные азиатской популяции не выигрывали от добавления бевацизумаба, а решение о принятии или непринятии стратегии принимается по результатам всего исследования, и, соответственно, по результатам всего исследования не было зарегистрировано увеличение, достоверное увеличение общей выживаемости от включения бевацизумаба в режим химиотерапии первой линии при раке желудка, и на сегодняшний день эта стратегия не зарегистрирована, не рекомендована. Дальнейших исследований, которые бы проводились только в неазиатской популяции, не было, и это направление сейчас закрыто, но у нас появился другой антиангиогенный препарат рамоцирумаб, который блокирует экстрацеллюлярную часть рецептора второго типа VEGFR2, и препарат изучен в двух рандомизированных клинических исследованиях третьей фазы при раке желудка поздних стадий. Сюда включались больные с предлеченным раком желудка, причем прогрессированием достаточно короткие сроки после химиотерапии первой линии. Рандомизированные исследования третьей фазы сравнивали одну монотерапию рамоцирумабом с плацебо, а во втором исследовании сравнивалась комбинированная стратегия рамоцирумаб плюс паклитаксел по сравнению с одним паклитакселом во второй линии лечения. Оба исследования оказались успешным. В монотерапии рамоцирумаб достоверно превосходил плацебо по выживаемости без прогрессирования болезни, по общей выживаемости, и это зарегистрированное показание. И при оценке комбинированного подхода было показано, что добавление рамоцирумаба к паклитакселу монотерапии второй линии достоверно увеличивает выживаемость без прогрессирования болезни и достоверно увеличивает общую выживаемость больных метастатическим раком желудка с прогрессированием после платиносодержащей терапии первой линии, поэтому антиангиогенная терапия нашла свое место при раке желудка во второй линии лечения. К сожалению, попытка вывести этот препарат в первую линию успехом не увенчалась, но во второй линии лечения это значимый прорыв, значимое достижение, потому что эта стратегия комбинированное превосходит все режимы сравнения, а в монотерапии при непрямом сравнении рамоцирумаб, по крайней мере, не уступает химиотерапии, которая изучалась в различных программах. Кроме того, широко при раке желудка изучались и различные мультикиназные ингибиторы, которые в том числе, как я уже говорила, блокируют тирозинкиназы рецепторов сосудистых эндотелиальных факторов роста, исследовались сунитинип, сорафенип, исследовался ригорафенип, который увеличил выживаемость без прогрессирования болезни, без влияния на общую выживаемость. Ну и вот есть очень интересный препарат апатинип, блокатор тирозинкиназы VGFR2, который в рандомизированном исследовании третьей фазы по сравнению с плацебо не просто улучшил медиану выживаемости без прогрессирования болезни, но и увеличил продолжительность жизни больных. Есть публикация в Journal of Clinical Oncology, и препарат на сегодняшний день зарегистрирован в Китае. Это китайский препарат, но в PubMed доступна вся информация по этому поводу, а результаты были доложены на крупных международных конгрессах. Таким образом, при диссеминированном раке желудка в плане антиангиогенной терапии в Российской Федерации только рамоцирумаб является единственным зарегистрированным таргетным препаратом, который достоверно увеличивает продолжительность жизни предлеченных больных либо в комбинации с паклитакселом по сравнению с монохимиотерапией, либо в монотерапии по сравнению с наилучшей поддерживающей терапией. Рак толстой кишки, но мне кажется, можно конференцию утром начать, вечером закончить, если мы хотим подробно рассказать об антиангиогенной терапии колоректального рака. Первым препаратом, который, так сказать, проторил дорогу этой стратегии, был бевацизумаб, который широко изучен в первой, в исследованиях в первой, второй линии терапии, в поддерживающей терапии. Также изучена стратегия продолжения бевацизумаба во второй линии лечения, если мы его начали в первой со смены режима химиотерапии, да, при прогрессировании после первой линии. Я одно
время делала большую таблицу, шрифт, и туда вносила все исследования, шрифт становился все меньше, меньше и меньше, и теперь даже восьмой шрифт не в состоянии вместить все сведения об исследованиях по этому препарату. Но кроме того, у нас появились и новые возможности, уникальные. Это афлиберцепт во второй линии в комбинации с режимом только фолфири, и это регорафенив в поздних линиях лечения. Но мы здесь уже много говорили о том, что колоректальный рак – это не одна болезнь. На сегодняшний день персонализация лечения должна включать определение молекулярных биомаркеров, как минимум мутации RAS, BRAF и определение микросателлитной нестабильности. Это, безусловно, выбор лечения в зависимости от локализации опухоли. И в очередной раз на последнем конгрессе АСКО обсуждался консенсус по молекулярным подтипам, его значения, были приведены данные ретроспективного анализа результатов лечения больных из крупного исследования CLGB в зависимости от молекулярно-генетического подтипа, и эксперты не устают повторять о необходимости проведения проспективных клинических исследований. Колоректальный рак, два пути таргетной терапии, анти-GFR при выборе терапии первой линии только при отсутствии мутации RAS в Российской Федерации, напоминаю, при отсутствии мутации BRAF назначается этот препарат, ну и, соответственно, антиангиогенная терапия при любом типе RAS и BRAF. Ну, буквально два слова, как я уже говорила, о бевацизумабе, который изучен в первой, второй линии в поддерживающей терапии и в стратегии продолжения со сменой режима химиотерапии практически со всеми известными режимами химиотерапии. С фторпиримидинами струйными, инфузионными, с капицитабином, в комбинации с ринотеканом, опять-таки со струйным инфузионным режимом, в комбинации с оксалиплатином в режимах фалфокс, ксилокс, флот. Стратегия продолжения бевацизумаба со сменой режима химиотерапии, опять-таки во второй линии со схемой фалфокс и фолфири, и впервые во второй линии терапии с комбинацией фалфокс. И все эти исследования дали позитивные результаты. И, собственно говоря, все это зарегистрированные показания, зарегистрированные стратегии применения бевацизумаба. Большое количество исследований сравнивало, тестировало идею объявления химиотерапевтических каникул с продолжением либо бевацизумаба одного, либо бевацизумаба в комбинации с торпиримидинами в качестве поддерживающей терапии. И на сегодняшний день эксперты отдают предпочтение поддерживающей антиангиогенной терапии в комбинации все-таки с фторпиримидинами, не в монорежимах. Ну и буквально два исследования по первой линии терапии. Сначала мета-анализ о роли локализации первичной опухоли при сравнении анти-GFR или антиангиогенной терапии в первой линии лечения. Это мета-анализ трех рандомизированных исследований. CLGB и FIRE-3 сравнивали цитуксимаб, бевацизумаб, и в исследовании ПИК сравнивался панитумумаб с бевацизумабом. И было показано, что при правосторонней локализации опухоли при отсутствии мутаций, тем не менее, достоверные преимущества в отношении выживаемости без прогрессирования болезни и общей выживаемости у нас имеет антиангиогенная терапия бевацизумаб. Он и должен назначаться. Вот еще один мета-анализ, другой. Различные исследования включались, как исследования, сравнивающие две таргетные стратегии, так и исследования, изучающие только химиотерапию, и химиотерапию плюс таргетный препарат, и подтверждены эти данные. Преимущество анти-VEGF моноклональных антител при правосторонней локализации опухоли у больных с отсутствием мутаций, да, с диким типом RAS в первой линии лечения. Очень интересный режим триплет, очень много говорят о комбинации фолфиринокса с бевацизумабом, достаточно старое исследование TRIBE показала хорошие результаты. Но я обращаю ваше внимание, что таргетную терапию здесь получали все больные. Мы здесь, в общем, сравниваем стандартный химиотерапевтический дуплет и более интенсивную химиотерапию. Надо правильно трактовать эти исследования. И вот это исследование оказалось очень интересным в плане подгруппового анализа. Было показано, что больные с мутацией BRAF имеют впечатляющий выигрыш от назначения режима фолфиринокс в комбинации с бевацизумабом в первой линии терапии. И, по мнению всех экспертов, это первый вариант выбора лечения для пациентов этой группы. На АСКО 2019 года доложены
Обновленный результат исследования TRIBE по сравнению фолфиринокса или фолфирии в комбинации с бевацизумабом с учетом выживаемости без прогрессирования болезни за две линии терапии после прогрессирования. Были преимущества показаны все-таки вот этой интенсивной химиотерапевтической стратегии, и в том числе эти преимущества касались и показателей общей выживаемости, продолжительности жизни, оценки общей выживаемости. Еще было одно исследование у больных с циркулирующими опухолевыми клетками, но за неимением времени я его здесь не привожу, но большая дискуссия обсуждала эту стратегию. Это, в общем, очень интересная стратегия для первой линии. Идем дальше. Итак, на сегодняшний день все международные и российские рекомендации при выборе тактики предлагают определить цель лечения, выбрать наилучшую стратегию первой линии для конкретного пациента с учетом большого количества факторов, и анти-ВГФ, моноклональные антитела в первой линии лечения назначаются без обсуждения у больных с мутациями RAS/BRAF и у больных с диким типом с правосторонней локализацией опухоли. Причем обратите внимание, что варианта выбора терапии без таргетных препаратов, да, только химиотерапии, нет. И на сегодняшний день все пациенты должны получать первую линию лечения химиотерапии в комбинации с таргетными препаратами. Вторая линия лечения метастатического колоректального рака. Здесь у нас три целых стратегии, как я уже говорила, бевацизумаб, и у нас с вами появляется уникальная молекула, уникальный препарат афлиберцепт. В свое время я вот сделала этот слайд и до сих пор его ставлю. Очень интересная идея заложена. Взяли фрагменты, активные фрагменты рецепторов VGFR1 и VGFR2 и вырезали те части, которые непосредственно ловят различные факторы роста, да, к которым присоединяются факторы роста. Эти части рецепторов сварили с FC-фрагментом молекулы иммуноглобулина, которая обеспечивает фармакокинетику, и получили такую ловушку, которая находится в кровотоке и ловит вот эти факторы роста, обеспечивающие прогрессирование опухоли. В рандомизированном исследовании третьей фазы добавление афлиберцепта, обратите внимание, только к режиму фолфири, достоверно увеличило выживаемость без прогрессирования болезни, общую выживаемость, причем оказалось, что часть пациентов вот при оценке общей выживаемости имеют длительный выигрыш. Вы видите, в отличие от остальных исследований по таргетной терапии, кривые не сходятся. То есть на афлиберцепте есть пул больных, которые имеют стойкий длительный выигрыш от его назначения. И еще вторая особенность – это значимое двукратное добавление частоты объективного ответа при использовании комбинации фолфири с афлиберцептом. На сегодняшний день мы стали получать больных, которые во второй линии становятся резектабельными. Это вот эта стратегия, это шанс для пациента. По итогам исследования был проведен многофакторный анализ. Были выделены такие факторы, которые позволяют отобрать пациентов, имеющих максимальный выигрыш от добавления афлиберцепта, и выделена подгруппа максимальной эффективности. Это больные с ИКОК-0 при любом количестве зон метастазирования и с ИКОК-1 и одной зоной или органом, пораженным метастазами. И вот эта популяция больных – это не просто популяции больных хорошего прогностического индекса, потому что если мы посмотрим результаты только химиотерапии, нижние кривые, то результаты химиотерапии одинаковые, что во всей популяции, что вот в этой популяции максимальной эффективности. А вот добавление афлиберцепта дает различные результаты. И в подгруппе максимальной эффективности выигрыш в медиане общей выживаемости от добавления афлиберцепта превысил 3 месяца, что для второй линии лечения хороший показатель. Влияет ли предшествующая антиангиогенная терапия, но другая, на эффективность афлиберцепта во второй линии терапии? А в первой линии зарегистрированный у нас препарат бевацизумаб и широко используется. Но исследования в области биологии опухоли показали, что перед прогрессированием на бевацизумабе в крови значимо увеличиваются различные другие факторы роста. И, соответственно, подгрупповой анализ исследования с афлиберцептом показал, что выигрыш от добавления афлиберцепта имеют как больные, которые не получали антиангиогенную терапию в первой линии без предшествующей терапии бевацизумабом, так и больные, которые бевацизумаб
получали. Причем этот выигрыш в цифрах практически одинаковый, превышает 3 месяца, плюс 3 с лишним месяца от добавления афлиберцепта. Поэтому предшествующая терапия бевацизумабом не снижает эффективность афлиберцепта во второй линии лечения. Правая или левосторонние опухоли? Все опухоли имеют одинаковый выигрыш от назначения афлиберцепта во второй линии лечения, поэтому ангиогенная терапия равноэффективна у этих пациентов. Именно афлиберцепт здесь равноэффективен, потому что если мы посмотрим нижнюю строчку, добавление рамоцарумаба, оно значимо улучшило клинические исходы как раз только при левосторонней локализации опухоли, при правосторонней почти одинаковые результаты. Эффективность включения афлиберцепта во второй линии лечения в зависимости от статуса гена RAS продемонстрировала, что выигрывают и больные с мутацией, и больные без мутации. Мы привыкли антиангиогенные препараты вообще назначать больным с мутацией, но как раз больные без мутации выигрывают больше, как показывают подгрупповые анализы. Ну и прогностически это более благоприятная группа, снижение риска прогрессирование смерти у них достигло 33%, а риска смерти 30%. Ну и очень интересная, опять-таки, группа – это больные с мутацией BRAF, которые во второй линии практически двукратно выигрывают от добавления афлиберцепта. Как по выживаемости без прогрессирования болезни с 2 месяцев до 5,5, так и по общей выживаемости с 5,5 до 10 месяцев. Опять-таки, эксперты считают, что для больных с мутацией BRAF это преимущественный вариант выбора второй линии лечения. Ну и вот все подгрупповые анализы с учетом молекулярно-генетических подтипов, локализации опухоли показали, что афлиберцепт в комбинации с режимом фолфиримид преимущество второй линии по сравнению только с химиотерапией во всех подгруппах пациентов. Ну и в целом надо сказать, что анализ всех исследований по антиангиогенной терапии второй линии показал, что назначение антиангиогенной терапии у больных, которые до того антиангиогенной терапии не получали, продолжение антиангиогенной терапии или продолжение бевацизумаба, назначение афлиберцепта или рамоцарумаба достоверно увеличивает общую выживаемость больных, но только вот в одном исследовании небольшом по продолжению бевацизумаба не было получено увеличение общей выживаемости. Нужно ли после анти-VEGF антител в первой линии переводить больных на анти-GFR антитела? Вроде бы попробовать во второй линии другую стратегию. Были исследования, которые тестировали эту стратегию, оказалось, что перевод на анти-GFR антитела не улучшает результаты лечения, поэтому целесообразно антиангиогенную терапию продолжить. Поздние линии лечения. Здесь у нас есть мультикиназный ингибитор, который в том числе блокирует тирозинкиназы всех трех рецепторов факторов роста VEGFR. Это регорафенип. И в двух рандомизированных исследованиях в поздних линиях препарат достоверно увеличил продолжительность жизни предлеченных, достаточно интенсивно предлеченных больных. Есть ли предиктор эффективности регорафениба при метастатике колоректальном раке? Возраст не влияет на эффективность, статус КРАС не влияет на эффективность и локализация первичной опухоли не влияет на эффективность антиангиогенной терапии. И буквально два слова про гастроинтестинальные стромальные опухоли, гепателлярный рак. Как раз у меня осталось 3 минуты. Мультикиназные ингибиторы сунитинип и регорафенип входят в клинические рекомендации по лечению гастроинтестинальных стромальных опухолей при прогрессировании после имотиниба. Видите, у нас уже есть 3 линии терапии. И вот после регорафениба и сунитиниба, после имотиниба и сунитиниба назначение регорафениба по сравнению с плацебо увеличило выживаемость без прогрессирования болезни, но не улучшило общую выживаемость больных. Почему? Потому что 85% группы контроля при прогрессировании перешли на регорафениб, поэтому здесь тестировала стратегия только более раннего и более позднего назначения очередной линии терапии. Гепцеллярный рак. Великолепный доклад Валерия Владимировича Бредера был буквально час назад.
назад, поэтому только два слова. Мультикиназные ингибиторы широко изучались первой и второй линии терапии гепатоцеллярного рака, в том числе и блокируются рецепторы сосудистых эндотелиальных факторов роста, соответственно, тестируется антиангиогенная стратегия. Сарафенип достоверно превосходит плацебо в первой линии терапии. В рандомизированном клиническом исследовании третьей фазы было показано, что ленвотенип не уступает сарафенибу, по общей выживаемости имеет преимущество по выживаемости без прогрессирования болезни. В поздних линиях лечения после прогрессирования на сарафенибе регорафенип достоверно увеличивает показатели выживаемости по сравнению с плацебо. Это зарегистрированные показания на территории Российской Федерации. Но кроме того, полученные позитивные результаты рандомизированных клинических исследований третьей фазы по сравнению кабазантиниба с плацебо и рамоцурумаба, опять анти-VEGF, R моноклонального антитела с плацебо у предлеченных больных с распространенным гепатоцеллюлярным раком. Таким образом, 3 секунды на самое короткое заключение в моей жизни. Антиангиогенная терапия играет важную роль в лечении опухолей желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание.